Всем привет, с вами снова славный Дружи Обломов. Сегодня у нас будет достаточно простой и быстрый рецепт, потому что, как оказалось, креветки уже чищенные, хоть и сырые. Интересно, как промышленным образом из них вынимают вот эти вот кишочки. Сегодня мы сделаем обычные жареные креветочки со сливочным маслом с очень-очень вкусным соусом, который будет к тому же еще и острый. Соус будет делаться из масла и специй прямо в блендере. Но креветки мы пожарим по-обычному. Спонсор видосика — это Redmond и их вот такая вот новенькая мультикухня. Что такое мультикухня? Это как обычная мультиварка, только вы можете поднять жарочную поверхность вот так вот наверх и что-нибудь жарить сверху. Ну и само собой куча разных функций типа управления со смартфона тут присутствует. В чем фишка Redmond и вообще практически все их продукции, начиная от утюгов, заканчивая мультиварками? Все управляется через смартфон. То есть вы можете еще гулять на улице там со своей собакой или с детьми, а здесь у вас уже насыпана каша. Вы такие, оп, нажимаете, и через интернет, через приложение Redmondовское у вас мультиварка включается дома и начинает готовить. Вы приходите через 15 минут домой, а у вас готовая каша или омлет, или что вы туда затолкали. То есть, как бы, техника становится все умнее и умнее, и теперь уже практически ничего не надо делать, только засыпаешь продукты, нажимаешь две кнопки, и оно готовится. Креветки, если вы покупаете и на них есть панцирь, то очень желательно жарить эти креветки прямо в панцире. Почему? Потому что в панцире весь креветочный вкус. Если вы купите очищенные креветки, вот попробуйте купить креветку в панцире, пожарить, и купить уже чищенные креветки, и тоже их пожарить. И вы увидите, что вот эти вот будут вкуснее раз в 10. Ладненько. Как посолить креветки? Можно, конечно, сделать вот так, и это будет полный бред, потому что какой в этом смысл? Самое лучшее — это просто положить их в хорошо соленую воду. Ну, либо в соевый соус. Добавляем вот так соли. Вода должна быть реально круто соленая. Вот. Перемешиваем, пробуем и помещаем туда креветки. Буквально за 10-15 минут они просолятся. Сегодня моя задача — зафигачить как можно более острый соус. А это значит, что вот примерно на такую чашечку соуса, знаете, на 200-250 миллилитров, у нас уйдет целый вот такой вот здоровенный острый перец. Давайте собирать. Кидаем листики базилика, кидаем зубчики чеснока. Так, задницу у перца мы отрезаем. Вот это, кстати, вопрос. Вытряхивать вот это вот оттуда или нет? Давайте все-таки вытрясем. Здоровенный ком сливочного масла. Чайную ложечку соли. Чтобы все это дело перемалывалось, добавим оливкового масла и свежемолотого перца. Фигачим. И пару столовых ложек лимонного сока, совсем забыл. Вот так. Можно заводить. Хорошенько разогреваем сковородочку, добавляем кусок сливочного масла, чуть-чуть вот так, оливкового масла. Креветки жарим очень быстро, примерно по минуте с каждой стороны, но и сковородка должна быть горячей. Вот минутка с одной стороны, минутка с другой стороны. Вот когда жаришь в панцире креветку, вот она вкусно пахнет, креветочно пахнет, а когда просто креветку жаришь, то она практически ничем, ни морем, ни крабом, ничем не отдает. Вот такое вот получается незамысловатое блюдо. Затестим. Окунаем в соус. Вот так вот. Кусочки перца — это самое то. Сладкая креветка, чесночный острый соус. Не знаю, что еще желать. А, наверное, холодненького пивка было бы неплохо. Но это мы исправим за кадром. Ну и, собственно говоря, большое спасибо Redmond за этот выпуск. За их спонсорство. Вот такая вот мультикухня сегодня мне приехала. Я могу и жарить, и запекать, и варить, и управлять всем этим со смартфона. Напоминаю, что у Redmond есть такая штуковина, называется Smart Home. То есть, грубо говоря, они в одну экосистему заталкивают все-все разные устройства. То есть, например, вы можете скачать приложение к себе на телефон, там будет 200 рецептов для этой мультиварки. То есть ты кликаешь просто, и она начинает готовить сама. Ну и само собой прикольно, что можно прямо с улицы, с работы, не знаю, из метро, откуда угодно, где есть интернет, запускать, и дома будет вкусная еда. Если выпуск понравился, ставьте пальцы вверх. Что касается креветок, не могу сказать, что это какой-то чудо-рецепт, знаете, волшебство просто. Это просто острый чесночный соус к креветкам. Реально вкусно. Сладкая креветка, кисленький, островатый соус. Офигительно. Всем пока.